серьезно? Засрать! Они стараются догнать лидера в гонке. Приветствуем нашего фаворита из Европы Мартина Ликтенберга. Специалист народных заездов примет участие в сегодняшней гонке. Срочные новости. Любимый болельщик Лок Хевена Майки Дан не сможет участвовать в заезде. На старте его заменит Тони Анджело. Все вместе пожелаем ему удачи. Машина на позиции. На старт. Внимание! А вот механики на пистопе явно волнуются. У Лихтенберга проблемы. Что-то случилось с машиной. Лихтенберг выживает. Вот дерьмо! Вот сукин сын! Сегодня никто не пострадает. Да вы серьезно? Боже! Андерсон, Анжела, они продолжают... Что? У этого есть все шансы. Этот?
Ангела вырывается вперед. Наш новичок в доме Ангела по-прежнему впереди. Победителей или сегодня звездный час у кого-то еще. Вот это гонка, друзья! Невероятный! За победу. Он еще не закончен. На первое место идет серьезная борьба. Лидеры гонки заходят на последний круг. Еще немного, и гонка завершится. Какой позор! Боже! Какая отчаянная борьба! Надеюсь, обойдется без жертв. Между Гарти и Джексоном назревает схватка. У нас остается трое претендентов на победу. Приветствуем нашего фаворита из Европы Мартина Ликенберга. Специалист народных заездов примет участие в сегодняшней гонке. Срочные новости. Любимец болельщиков Лос Кавена Майки Дан не сможет участвовать в заезде. Оставьте его замене Томми Анджело. Все вместе пожелаем ему удачи. Машина на позиции. На старт. Внимание! Что-то случилось с машиной. Ликтенберг выбывает, фаворит выбывает. Приветствуем нашего фаворита из Европы Мартина Ликенберга. Специалист у нас... Машина на позиции. На старт. Внимание! Гонщики
Техники умчали, а вот механики на бензопе явно волнуются. У Лихтенберга проблемы. Что-то случилось с машиной. Остается трое претендентов на победу.
Приветствуем нашего фаворита из Европы Мартина Ликенберга. Специалист народный заезд примет участие в сегодняшней гонке. Срочные новости. Любимый болельщик Лос-Хевена Майки Данн не сможет участвовать в заезде. Оставьте его замене Томми Анджело. Все вместе пожелаем ему удачи. Машина на позиции. На старт. Внимание! Гонщики умчали, а вот механики на пит-стопе явно волнуются. У Лихтенберга проблемы. Что-то случилось с машиной. Приветствуем нашу фавориты. Машина на позиции. На старт. Внимание!